На конкурс дети читают стихи. Александра Нагорная, 7 лет, город Саки. Воздушные шары. В мире ветров непослушных, рано утром по весне, прода вечером воздушных, постречался как-то мне. Он шагал весь разноцветный через сонные дворы, а над ним сияли, плыли невесомые шары. Через них светило солнце, изменяя все кругом. Дёж гулял в небесной стене, просыпался рыжий дом. На заборе бирюзом он пел зеленый теплый год. Изумрудный, красный, желтый по делам спешил народ. Прода вечеров воздушных прошагал сквозь тихий двор, и больше я его не видел. Но мне кажется, с тех пор, что надо мной плывут, качаясь, словно невесомые шары, словно облако большое, разноцветные шары. Голубые, золотые, земляничные шары. И планеты мерный стук изменяют все вокруг.